Всех приветствую, у микрофона, как всегда, Мур. И это новый видеоролик о полиции в GTA Sand на проекте My Home RP. Ребят, заходите на наше сообщество ВКонтакте, там вы сможете увидеть большое количество видео, скринов и ситуаций из реальной жизни полиции США. И да, знаю, что этот ролик чуть-чуть задержался, но сейчас вы увидите то, над чем я готовился и работал. Всем приятного просмотра. Дубинкой прям и бах, дубинкой прям. Ты тоже, давай дубинкой. Давай тоже подключайся. А вот Стася. Один Линкольн 42 к контролю, у меня будет остановка транспорта в районе даунтаун Лос-Сантос. Это будет белый Марк 2 с номерами 13762 Линкольн Сэм. Итак, у нас сейчас, получается, будут активные поиски. Это автомобиль Марк 2 белого цвета. Номера автомобиля сейчас уточню у диспетчера. Один Линкольн 42 контроль. У нас будут вестись активные поиски во втором тактическом. Это будет белый Марк. Уточните, пожалуйста, номера автомобиля. Принято, один Линкольн 42. Это будет белый Марк 2, также номерные знаки. К сожалению, информация о номерных знаках потеряна. Наблюдаю его. Где вы? Мы на восток движемся, через даунтаун Лос-Сантос, к 61-му бару будем двигаться. Затем сменили направление на южное, на Вашингтон-стрит, будем по Вашингтон-стрит будем двигаться. По левую руку меня бортует БМВ. Затем на запад в коммерцию, затем на север будем в даунтаун Лос-Сантос обратно возвращаться. На запад под 25-м интерстейтом будем двигаться. Затем на юг, затем обратно на восток, в сторону Вашингтон-стрит будем двигаться. По правую руку. С ним столкновение. Видим вас. На 125-й интерстейт выехали. Никак не среагировал. Принято... По встрече, так, по своей полосе движения на восток по 125-му интерстейту будем двигаться. В этой ситуации расскажу вкратце, что было дальше, а дальше было то, что парень встал на край моста и начал нас шантажировать тем, чтобы мы привезли ему автомобиль. Автомобиль ему никто не привез, но наши переговорщики смогли его убедить сойти с края, и мы успешно провели арест. Thank you.
У меня тут чувак с МП5. Какой-то лютый дрифтер. Чё-то не понял прикола сейчас. Прикола не понял. Ну, у меня, видимо, сейчас и будет погоня. Один Линка 61 у меня ведет пассивное преследование за черным автомобилем седаном в первом тактическом. Так, мы сейчас движемся на запад, получается, по Карсон-стрит, затем на Ховард-бульвар на север, сдвигаемся, это район восточного Сантос. Затем через переулки выезжаем на Кеннеди-авеню. С Кеннеди... Потерялся визуальный контакт. Какой район? Последнее местонахождение это восточный Лос-Антос рядом с Джефферсоном возле церкви. Описание автомобиля. Я точно марку и модель не знаю. Знаю то, что это автомобиль черный лоурайдер. Водитель один только внутри. ОЦ, известен ID? Нет. Что за автомобиль? Это черный лоурайдер, неизвестной мне марки и модели. Внутри один информация по вооружению также не имеется. Хорошо, тогда код 4 Адам. У нас приоритетные районы будут Джефферсон, Восточный Лос-Антос, Айдлвуд, Глин Парк, Лос-Флорес и Гентон. Человек, стоящий тут уже ранее. Вот он, я наблюдаю его. Мы сейчас на юг, по Вашингтон стрит. Нет. Затем на северо-восток будем на 125-й интерстейт выезжать. Выезжаем со 125-го интерстейта уже в Айдлвуд, затем на запад. У него столкновение. Затем продолжает движение уже через переулки. С переулок выезжает на запад, получается, по паноптика на авеню в сторону полицейского департамента едет. Нет, затем меняет направление на север, на по левую руку здание ФБР. В Глен Парк будем ехать. Правую руку Скейт Парк это. У него направление на западное, получается уже Даунтаун Лос-Сантос. Будем ехать уже в северном направлении, в сторону авторынка. Затем на запад по Ист Вайнвуд будем двигаться. По Сансет Бульвар, нет, Сансет Бульвар будем съезжать на паркинг под Мухонд Интерсекшеном. Тем обратно в Глин Парк будем двигаться. По левую руку 61-й бар находится от нас, затем южное направление Вашингтон Стрит. С Вашингтон Стрит на запад в сторону Даунтаун Лос-Сантос. Затем на юг уже в коммерцию по 125-м интерстейтом проезжаем по переулкам, на юг продолжаем двигаться. Затем разворачивается, выезжает на север под 125-м уже опять в коммерцию. Агрессивное вождение, я думаю, статус погони можно будет перевести в активный. Один 61-й в первом тактическом статус погони будет переведен в активный, также требуются дополнительные юниты. Продолжить движение получается на запад, это уже район Даунтаун Лос-Антос. Затем в маркет проезжаем, по левую руку сейчас у нас находится местный Эмунейшн. Нет, продолжили движение уже обратно в Даунтаун Лос-Антос. На восток по Даунтаун Лос-Антос под 25-м интерстейтом будет двигаться. Сменили направление на южный уже в сторону коммерции. На восток по правую руку Чаунтаун от нас находится. Также по правую проезжаем пожарный департамент. ОЦ, у него пробиты колеса или что?
Вот С, у него подвеска такая, если не ошибаюсь. В коробочку. Координация. Мы находимся на южной части скейт-парка. Нет, продолжить движение через территорию заброшенной больницы. Будем двигаться в Джефферсоне на восток. Возле больницы находимся. Перекройте ему выезды, да. Всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца, ребят. Видео сильно задержалось, но было зачем. И да, в этом ролике не супер какие-то погони. Это потому, что на смене не хватает диспетчеров. И я снял и выложил только то, что реально было бы прикольно вставить в видос. И да, этот ролик получился более позитивный, чем атмосферный, но мне кажется, это того стоило. И еще раз, ребят, напоминаю, чтобы вы заходили в сообщество ВКонтакте. Ну что ж, на этом у меня все. Всем пока.